Вітаю глядачів телепрограми «А у нас у дворі». Наша творча група продовжує розповідати про людей, які живуть поруч із вами. Це ваші сусіди, приятелі, колеги, знайомі. На перший погляд, всі вони звичайні люди. Та насправді кожний – то цілий світ, що сяє гранями талантів. Таланти різні, в кожного свої. Саме про таких звичайних, незвичайних комсомольчан і йдеться в наших телевізійних випусках. Сьогодні героїнею нашої програми є молода комсомольчанка, яка вміє висловлювати свої думки речитативом. Це 18-річна Анастасія Кідру. Багатьом вона відома під творчим псевдонімом Кедра. Дівчина захоплюється репом. Тексти пише сама. Забудь моє лицо і номер телефона. Тепер від цього дня ми більше не знайомі. Ну як ти мог? Я ведь вірила тобі, тобі не понять, що твориться в моїй голові. Забудь моє лицо і номер телефона. Тепер від цього дня ми більше не знайомі. Ну як ти мог? Я ведь вірила тобі, тобі не понять, що твориться в моїй голові. Тебе мене не понять, ти був егоїстом, но мой каждый день был наполнен смыслом. Я думала, что ты изменишься, но слышала в ответ. Зря ты надеешься, зачем ты говорил, как любишь сильно. Теперь в этих словах я не вижу смысла. Ты просто поиграл моими чувствами, а после разошлись разными дорогами. Я больше не поверю, вера ушла, зато хороший вывод для тебя. Отношения кончаются. Забудь мое лицо и номер телефона. Теперь от этого дня мы больше не знакомы. Но как ты мог? Я ведь верила тебе, тебе не понять, что творится в моей голове. Забудь мое лицо и номер телефона. Теперь от этого дня мы больше не знакомы. Но как ты мог? Я ведь верила тебе, тебе не понять, что творится в моей голове. Я начала писать стихи. В седьмом классе я начала их писать. Получалось что-то непонятное, так как опыта не было, но мне просто вот хотелось после каких-то эмоций перенести все это на листок. И как бы это не дневник, а просто вот стихи. Я услышала музыку рэп и думаю, а почему бы себе такое не сделать? Думаю, стихи есть, ну, материал есть, музыку найти можно. Ну, я начала таким вот заниматься. Начала себе развивать дикцию. Вначале это было что-то страшное. Я ходила, перечитывала текста других исполнителей. Было, конечно, тяжело. Я как вспомню, что у меня за дикция была раньше. Так голос вообще не вырабатывался, ничего. То есть я просто перечитывала. А потом уже так посмотрела, думаю, уже что-то получается. Уже свои тексты начала подставлять. Думаю, о, это уже получается. Потом я познакомилась с Алексеем Амосовым, он позвал меня на концерт, я ему рассказала вообще о себе. После концерта мы пошли гулять, и он меня познакомил с людьми, которые держат студию здесь у нас, вот, в Комсомольске. Потом эти люди меня нашли, и мы начали с ними сотрудничать, они мне помогли записать много песен. Рэп – ритмичный речитатив. Зазвичай его читают под бит. Тобто ритмічну музику. Переважна більшість виконавців репу – хлопці. Дівчат серед реперів зовсім небагато. Анастасія Кідрук – одна з них. До своїх текстів героїня нашої програми намагається ставитись прискіпливо. Кожна пісня для мене – це якийсь такий матеріал, який нужно обработать хорошо, чтобы что-то донести для людей. Есть песня «Что с нами стало», она была самой первой записанной песней. В ней я прошу людей задуматься о своих поступках, очень много раз обдумать, а потом сделать данный шаг. И вот такие вот песни в основном у меня и пишутся, чтобы люди думали о том, что они делают. Что с
нами стало? Какими борзыми мы стали? Ну как так можно, посмотри, как низко мы все пали. И вроде хором жизнь в прекрасном месте все кричали. Ну да, кричали, но слова мы эти не догнали. Да, не спорю, это твой выбор, жизнь твоя. Ты после этого вернешься на круги своя. И очень сложно мир исправить, может и нельзя. И с каждым днем нас предают верные друзья. Я не могу все поменять, но прочту куплет. В этом мире сером, как всегда, не найду ответ. Вредные привычки заполонили свет. Ты будешь неправ, если скажешь, это бред. Юная семья страдает от алкоголизма. Там ребенку 5, но папе к моргу близко. Лучше поменяйся, и там будет хэппи-энд. Давайте все плохому четко скажем нет. Это мои мысли, прошу вас, люди, вдумайтесь. Кисти не близки, и за грехи задумайтесь. Стоит поступать так или иначе. Но если ты не прав, жди от правды сдачи. Это мои мысли, прошу вас, люди, вдумайтесь. Кисти не близки, и за грехи задумайтесь. Стоит поступать так или иначе. Но если ты не прав, жди от правды сдачи. Хочется, чтобы люди были более открытыми. Сейчас очень редко можно встретить человека, который просто расскажет что-то открыто, не будет ничего скрывать. Сейчас в основном никто никого не слушает, все делают то, что хотят, и из этого ничего хорошего не получается. Просто нужно слышать друг друга, давать понять, что ты тоже что-то можешь сказать, и тогда вот будет как-то легче жить нам. Тяжело, но кончается терзание. Ведь каждая задача имеет развязание. Что было плохо, вдруг сменилось в этом описании. Мы были пессимисты, а теперь сменили знания. Спасибо тем друзьям, что помогли мне не сломаться. Вы верили в меня, а это главное богатство. Благодарю своих врагов, стало разбираться. И с вами мой характер начал жестко закаляться. Забей на все проблемы, те, что связаны с работой. Скоро все решится, завтра будет день новый. Помни, что есть люди, дальше с ними ты иди. Главное доверие, а там уже вам по пути. Как ни крути, все будет круто, ты пойми. Эти строки четкие и писались от души. Эти строки четкие и писались от души. Все будет хорошо, наша жизнь-то продолжается. И этот трек для вас и с гордостью читается. Всех не заставят на пути менять веселый статус. Ничто не остановит нас, даже апокалипсис. Все будет хорошо, наша жизнь-то продолжается. И этот трек для вас и с гордостью читается. Всех не заставят на пути менять веселый статус. Ничто не остановит нас, даже апокалипсис. Если тебе грустно, ты посмотри на небо. Посмотри вверх, там солнце светит где-то. Трудно было, легче стало, это наша схема. Иди по ней скорей, шагай давай смело. Помнишь ту проблему? Теперь ее нету. Понял почему? Ты использовал схему. Тут не совпадение, это жизнь. И если ты с нами, то за меня держись. Все проблемы пропадают с этими битами. Поможем встать на ноги и погасить скандалы. Чтобы не было проблем, иди наперекор судьбе. И она откроет карты по твоей просьбе. Мне нравится этот стиль музыки. И вот даже интересно то, что вот множество женского пола этим не занимаются. Хотя, если разобраться, то есть очень много сильных девушек, которые это движение пропагандируют и в США, и вообще везде, во всех странах. И, в принципе, они могут вот, даже на том самом батле сделать любого вот, представителя мужского пола. И это очень интересно. Это голоса, которые меняются, тоже их можно менять, когда исполняешь рэп. Тоже очень интересно за этим наблюдать. Мне нравится этот стиль, и я как бы тоже хочу его продвигать. С благодарностью вспоминаю Олега Манюкова, который согласился отснять мне первый мой клип. Интересно было побывать в роли вот так вот. Для меня это, я толком еще особо не знала, что это такое, а тут так. Ну, в общем, очень интересно получилось. Хорошо, что есть такие люди, как Олег Манюков, которые бесплатно помогают развиваться творческой молодежи. И за этому большое спасибо. Я надеюсь, что таких людей станет со временем намного больше. Сердце бьется швидше, коли побачу я тебе, гадала, це захоплю.
захоплення, але тепер щось більше. Взаємне почуття і часто швидкоплинний, кохання сенс життя, і світ тепер привітний. Хто не любив, не зрозуміє цього відчуття. Коли хтось закохається, де з'явиться нова зоря. Нові стосунки, зустрічі, все звідси починалось. Квіти, подарунки, любити не цурайтесь. Знайома ця історія багатьом із нас. Ми не обирали долю, та вона знаходилась. Виникло питання, чого його люблю, а відповідь одна, але її не скажу. Не скажу, бо вам не зрозуміти з моїх вуст. Кожен сам це зрозуміє, від кохання втратив глузд. Збережіть на пам'яті цю пісню, прошу. Емоції від неї я навік збережу. Кохання — це не річ, її ти не купиш. Це тонке відчуття, ти навік не забудеш. Краще жити і любити, аніж просто жити. А головне — не бійся на землі любов творити. Кохання — це не річ, її ти не купиш. Це тонке відчуття, ти навік не забудеш. Краще жити і любити, аніж просто жити. А головне — не бійся на землі любов творити. Да, любовь, здесь можно много говорить, но нужно сделать выбор, любить или забыть. Кто не любил, тем не понять это чувство. Как музыкант без искусства, сам вместе жизнь, да, строим на доверии. Да, если пройдет испытание, дальше будет семья. Потеря смысла в этих наболевших текстах. И я, любви моей, к тебе напомню в этих строках. Любовь взаимна, наши чувства не пойдут ко дну. Если что-то вдруг случится, не оставишь одну. А я в ответ твое сердце у себя сохраню. Пусть другие услышат, как сильно я тебя люблю. Не пойму тех людей, что разбивают сердца. Они того не поймут, что их слова как игла. Да, беда, я знаю, ты не такой. Я люблю тебя, зайка, и останусь с тобой. Любовь — это не вещь, нет, ее ты не купишь. Это тонкое чувство, ты навек не забудешь. Лучше жить и любить, а не просто жить. А главное, не бойся на земле любовь творить, да. Любовь — это не вещь, нет, ее ты не купишь. Это тонкое чувство, ты навек не забудешь. Лучше жить и любить, а не просто жить. А главное, не бойся на земле любовь творить, да. Любовь — это не вещь, нет, ее ты не купишь. Это тонкое чувство, ты навек не забудешь. Лучше жить и любить, а не просто жить. А главное, не бойся на земле любовь творить. Юна Анастасія – серйозна, вдумлива дівчина. Діяльна, небайдужа до чужих проблем. Розсудлива не за своїм віком, такою наша співрозмовниця стала ще з шкільних років. У мене в 13 років помер батько, і після цього моменту у мене повністю в житті все перевернулось. Я почала зрослі і думати. Я дуже хотіла допомогти кожному чоловіку, хотілося просто підійти і допомогти. Я не можу сидіти на місці, коли вот возле мене якась біда відбувається. Мне нужно помочь что-то сделать, подойти, что-то сказать. Я не могу сидеть на месте, мне постоянно хочется что-то вот делать. И времени на пустые дела мне совершенно жалко тратить. На що не шкода часу Насті, то це на творчість, навчання і сім'ю, яку дуже любить. Особливо ніжно дівчина ставиться до своєї матері. Мою маму зовут Світлана Васильівна. Вона працює на АЗС-10 оператором-кассиром. Работа очень тяжелая, она постоянно там устает, а мы пытаемся с сестренкой составить все условия для того, чтобы она смогла отдохнуть дома. Я свою маму очень сильно люблю, я очень дорожу ею, она мне очень всегда помогает во всем. Когда у меня проблемы, я прихожу домой, она сразу видит, что что-то не так, и сразу начинает расспрашивать. Ну, приходится мне рассказывать, и она в любом раскладе меня поддержит. Світлана Васильівна, мати Анастасії Кідрук, підтримує доньку не лише у щоденних буденних справах, а й у творчості. На одному з концертів Настя спеціально для мами заспівала пісню. Так хочу тебе прижаться, мама, и папе тайну рассказать, тайну рассказать. Выпустите мне разлуки вечно, время за.
расплакалась. Я посмотрела на нее в зал, тоже начала плакать. Она ко мне подошла, обняла меня, поцеловала. Это вот одна из многих песен, которые мне нравятся. Как-то она мне очень близко к душе. Я не знаю почему, просто вот такие вот ощущения у меня, когда я переслушиваю. Есть очень много песен там про маму, про папу, про бабушку и так далее. Но вот эта вот песня мне очень близка к душе. Анастасія Кідрук – корінна комсомольчанка. Закінчила загальноосвітню школу номер 5 імені Людмили Іванівни Богаєвської. Наразі навчається на останньому курсі Кременчуцького педагогічного коледжу. Я просто дуже сильно люблю дітей. У мене в сім'ї от молодша сестренка, їй 5 років, і двоюродні браття. І от у мене постійно так вийшло, що у мене діти рядом. І я дуже сильно їх люблю, тому от вибрала таку професію. У педагогічному коледжі Анастасія опановує логопедію – науку про порушення розвитку мовлення, подолання і попередження його дефектів за допомогою спеціального корекційного навчання і виховання. Моя творча діяльність почалась саме з того, що я почала займатися репом, і я поняла, наскільки важливо для людей їхня дикція, чіткість всіх звуків, і от тому когда я поступила в педагогический колледж, то я поняла, что вот для меня вот проще всего это вот помогать деткам развивать ихнюю речь. Прагнення допомогти іншим – одна з яскравих рис характеру героїні нашої програми. Саме тому вона стала займатися громадською діяльністю. Нині Анастасія Кідрук є членом громадської організації «На крилах надії України» та громадського об'єднання «Відображення», які надають допомогу людям з особливими потребами, обездоленим дітям та всім іншим людям, хто потребує підтримки. Существует общественная организация «Відображення». Там люди занимаются тем, что снимают разные фильмы, учат также всех желающих. Люди приезжают с разных городов, принимают участие инвалиды, они учат всех без исключения, помогают всем, устраивают кинолагеря. Это очень интересно, когда множество людей разных собирается и что-то вот вместе делают. За этим очень интересно наблюдать. Анастасія не лише спостерігає за добрими справами своїх друзів по громадській роботі. Дівчина має власний проект. Називається «Кідропаті». Там я збираю множество творчих людей, які на вулиці у нас можна знайти дуже багато талантливих людей, які просто самі для себе займаються, але вони нігде не виступають, так як їх ніхто не бачив, не знає. Я просто збираю таких людей і устраиваю їм концерт. Они приходят, это для них хороший опыт, собирается много людей, и все это очень интересно проходит. Помочь талантам развиваться в их творчестве, чтобы они не сидели где-то на улице, играли там себе под нос, а чтобы просто их увидели. Может, где-то кто-то их увидит такой и поможет им дальше развиваться. Проект, на котором выступают эти люди, он совершенно бесплатный. Люди приходят, выступают, получают массу удовольствий, а я еще получаю больше удовольствия от того, что вот на сцене они испытывают очень много разных ощущений. Кто-то выходит первый раз только на сцену, кто-то микрофона не видел, пришел, просто отрепетировал, и уже у него такие глаза светятся. Мне просто вот очень нравится это все. Мой первый такой вот концерт, который я организовала, это «Кедропати», самый первый, который у нас прошел. Я покажу ребят, которые у меня выступали. Это гитарист, по сути, я его даже не знала, просто друзья его привели. Как раз во время концерта тоже было приятно, что человек просто так спонтанно смог прийти поучаствовать у нас. Это Максим, который у нас тоже давал битбокс хороший,
парень тоже очень открытый и, по сути, тоже очень много чего помог мне сделать. Это Евгений Кальченко, который из Комсомольска, тоже очень парень хороший. Это ребята с рок-группы. У них есть своя рок-группа, их 3 человека. Они полгода занимаются, но мне нравится музыка, которую они играют. Они могут переиграть любой кавер, и также вокалист у них хорошо поет. А это вот такая фотография вообще участников, людей. То было тогда, конечно, нам очень весело. Тем более фестиваль такой вот небольшой прошел первый раз. И прошло довольно-таки неплохо. Творчий вечір перетворився на теплу зустріч близьких за духом людей. Анастасія досягла своєї мети – згуртування молодих виконавців, які виступають у різних музичних стилях, і допомогла їм у популяризації їхньої творчості. Я люблю очень сильно творчество, а когда люди занимаются творчеством, это для меня что-то вот такое вот даже не объяснить, потому что когда человек сам пишет песни, всю музыку сам пишет, это ну, просто очень интересно. Это сразу можно узнать, что это за человек, как это проявляется. Вот. Очень много людей с авторскими песнями приходит, и сразу видно, что это за человек, о чем он думает. Ведь все вот эти свои переживания, эмоции он выливает вот именно на листок. И это ну, очень интересно. И творческие люди, они вот в основном они больше и открытые, и с ними как-то вот проще работать. Они понимают, что им пытаешься помочь, и они открыты для тебя. Анастасія розповіла про одного з учасників кедрапаті – комсомольчанина, який також, як і вона сама, захоплюється репом. В Комсомольській є репер Євгеній Кальченко. Він займається репом і пише дуже цікаві тексти. Я от зустріла з ним в маршрутці, звичайно їхала в Кременчук, а він просто рядом зі мною їхав. Увидел фотографию у меня на планшете, где я выступаю. Ну и сразу меня узнал и начал рассказывать. Ой, спросил, кто это ты? Я говорю, да, это я. И начал рассказывать мне, что я тоже занимаюсь рэпом, там у меня есть такие песни. Мы потом с ним нашлись, и он мне показал свое творчество. Мне очень понравилось, очень много интересных мыслей. Человек очень открытый, и вот сейчас мы с ним сотрудничаем. У соціальному проєкті «Кедрапаті» беруть участь не лише новачки сцени. Йдеться, приміром, про Олександра Глуха, відомого бітбоксера з Кременчука, півфіналіста телевізійного шоу «Україна має талант». Коли ми робили «Холіфест», створили спільну бесіду в інтернеті. І туди додали чоловіка, полуфіналіста «Україна має талант» Олександр Глух. Мы с ним как-то вот разобщались, и сейчас мы просто с ним лучшие друзья. И он мне помог найти место на кедрапати, и также постоянно принимает участие, во всем меня поддерживает.
если у меня какая-то возникает идея, я начинаю ему рассказывать, и он просто, ну, поддерживает, он никогда не скажет, что нет, это плохо, не надо. Он говорит, так, ну, будем делать, знаешь, будем делать, все. Можно из каждой эмоции сделать что-то вот такое вот хорошее, которое выльется музыкой. Я хочу, чтобы у меня жизнь была связана с музыкой постоянно. Это для меня свой мир, который я хотела бы видеть и дальше. Это, ну, что-то такое, что может, ну, объяснить я просто не смогу. Музыка — это для меня просто все. Більшість своїх заходів Анастасія організовує в сусідньому Кременчуці. Це пов'язано з тим, що зараз вона навчається в цьому місті. Однак дівчина має намір реалізувати незабаром кілька творчих ідей з проведення кедрапаті і в рідному Комсомольську. Хочу організовувати мероприятия масштабні для вот таких вот людей, чтобы помочь им, чтобы их увидели, чтобы люди вслушались в их песни. Я очень люблю творческих людей, и я им помогаю. Я просто прекрасно знаю, как это, когда никто не хочет ничем помогать, а ты пытаешься где-то что-то сделать, где-то выступить, а нет просто подходящего места. И поэтому я занимаюсь таким проектом. Коли людина робить свою справу, у неї немов крила виростають, і кожен день стає святом. Адже істинне щастя – займатися тим, до чого лежить душа. Тож порадіймо за Анастасію Кідрук, яка витрачає свій час, свої творчі сили на те, що вважає дійсно важливим. Слідуємо за своїм натхненням, як робить це героїня нашої програми. Робімо цей світ кращим. Все, що для цього потрібно, це просто дослухатися до себе і віднайти справу до душі. Людське життя дивовижне і барвисте, якщо воно сповнене цікавими справами. Свідченням цього є історії про героїв нашої телепрограми, яскравих і захопливих комсомольчан. І таких у нашому місті багато. У кожному дворі мешкає чимало цікавих, талановитих людей. Пишіть нам про них, розповідайте по телефону, зробіть свій двір відомим разом із телеканалом ГОК. До побачення!